Спускайся. База где-то близко. Я этим всем еще должен управлять, отлично. Ладно. А вверх вниз. А, собственно, то же самое, что и управлять, допустим, Майданом, да, только это подводная лодка. Хорошо. Будем плыть. Как умно, подводная база. Видимость плохая. Трудно читать приборы. Я бы не сказал, что совсем трудно. Вопрос только в том, как далеко нужно будет заплыть. Дорого, наверное, такую базу будет отстроить заново. Подводную базу. Удовольствие не для бедных. Вон, видишь огни? Надеюсь, это не вопрос. Я впечатлен. Другие бы давно раскололись. Возможно, муки товарища развяжут тебе язык. Мои вопросы просты. Скажи, кто вы? Кто вас послал? Как вы узнали про эту базу? И что произошло, когда ты прошла через защитное поле? Ничего не говори, поняла? Я буду задавать эти вопросы снова и снова, пока ты не ответишь мне. Кто вы такие? Ну нахрен. Ох, как сейчас больно ему. Просто ответь мне на вопрос, и ему не будет так мучительно больно. Айден, мать твою, где ты? Упорствуешь? Как же мне тебя разговорить? Может быть, ты заговоришь, если я сделаю вот так? Черт! Черт подери! Что он сделал? Можно ведь и без этого. Ответь на вопрос, и все сразу закончится. Ответь, я прошу. Не могу смотреть, как люди страдают. Мне сейчас необходимо отлучиться. Скоро я вернусь, и мы продолжим наш разговор.
Блин, они ему что, глаз вырезали или что? Он говорил про какое-то силовое поле, через которое мы прошли. Что дальше? Ищем конденсер, взрываем, уходим. А есть у тебя конкретные идеи? Нет. Но что-нибудь придумать. Понять! Я тебя тягаешь, ямса! Уманедин щечила! Сюда-то щетять! Да, и как, и что? Нет, не сюда. Айдена нет. Джоди, не подходи к ним близко. Мы не можем тут ждать. Ни, полай. Тинца! Фонг сади до вучи! Ну, вот что-то как-то вот так вот оно и произошло. Джоди! Джоди, что это? Нифига. Айден-то оказался с той стороны. Понятно, теперь все. Теперь я должен найти их, прежде чем... найти. Хорошо, и как будем действовать дальше? Нужно как-то отключить это поле или... И что? Так, это спальные отсеки, душевая. Блин, а тут мы не пройдем, да? Хрена лысого. Но мы связь разорвали, как это вообще возможно? Айден, где ты? Блин, их сейчас как раз пытают. Жопа. Ясно все. Мне нужно сначала разведать, что здесь к чему, а потом уже думать над какими-то действиями. Сдается мне, что где-то может быть то ли вентиляция, то ли еще что-то. Вот это, походу, мне и нужен. Хорошо. Где ты, Айден? Блин. Держись, Джуди. Так, нужно выключить силовое поле, это долбанное. Как это сделать? Ты здесь гашима? Это не ни что-то, хуй ни до инчу чу. О, ты тена! Это мои войса! Thank you.
Нужно свистнуть оружие, пристрелить их, выключить питание, пройти там. Или как-то так. Нет, явно не туда. Что ж, хорошо. Так, у нас вот, как видно, здесь этот вот огромный электрокабель, который хорошо бы было бы оторвать. Как насчет... Самый раз. Айден. Эй, я говорю вам, не трогайте. О, боже, это мое дело. Я не знаю. Я вижу, что вы не пьете больше. Нужно это сделать незаметно, да? Это такая последовательность действий, значит. Сначала зайдем сюда, найдем чем его оглушить, заберем оружие. О! Вот сейчас мы с тобой поговорим. Сюда иди! Пес! Все! Свободен! Да, не бери надо. Это? Блин, Айден вообще жуть какой. Персонаж в игровой индустрии. Непонятно что, непонятно кто. Так, и вот сейчас он прибежит к тому, кто мне нужен. Айден? Опа! На себе. Жуть. Все вышло из-под контроля. Дорогая, лечись. Ладно, сначала одну починим. Айден, ты здесь? Скорее, освободи меня. На удар. Надо найти Райана. Райан? Райан, ты там? Выбивай. Скорее. И жди там. Через 15 минут уходи без меня. Рехнулась? Вся база разрушена. Надо уходить, пока можем. Врата же открыты. Если мы их не закроем, оттуда полезут существа. Нет, слишком поздно. Надо уходить. Выбора нет. Сам знаешь.
девчонка. Она осталась там, где нас допрашивали. Опа. Она осталась там, где нас допрашивали. Допрашивали, допрашивали, хорошо. Нифига там. О! Прикончи, ублюдка, Айден. Ублюдка! Лежать. Что-то сверхужасное прям вырывается оттуда. О-ба-ба. О-ля-ля. Вон он. Что нам делать? Прыгать в воду? Что это за хрень вообще? Что они пытаются сделать с этими телами? Просто жрут их. Ладно, оценим ситуацию. У нас тут костюм. Хорошо. Быстрее, быстрее, быстрее. Нифига себе. Вот это костюмчик. Хорошо. Мне очень страшно, Айден. Будь рядом, ладно? Ну, поехали. Да уж, повсюду эти долбаные монстры. О, чувак. Отдыхаешь? Ну-ну. Не буду тебе мешать. Надо взорвать как можно скорее. Одна есть. Установочки.
Бегало-то сразу. Блин, 3 минуты. О, черт, этого я и боялся. Блин. Обалдеть, ясь какой. Бегом. Здесь сдохнешь, чертова. Ох ты ж, ни хрена. Величайшее открытие, когда-либо сделанное человеком, утеряно. Из-за тебя, американская сука! Ох ты ж, ни... работы! Все впустую! Ни хрена себе, да ты... Падла! За то, что сделала! Ну ладненько. Хочешь подраться? Будет тебе подраться, пес. Тебе весело, да? Ах ты ж, блин, а. Вау. Долбаная хрень. Ушлёп как кусок. До встречи на той стороне. Ни хрена себе. Вот так утащила его, утащила. Нелегкая. Нафиг, нафиг, нафиг. Бежать, бежать. Воу-воу-воу-воу-воу. Как же нам повезло, а? Да ты нахрен мне еще не усрался, ищи, иди отсюда! Отдыхай! Туда, 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 туда! Вот дерьмо! Блин, я даже не знал, куда уворачиваться. Давай, давай. Куда ты делся?
Ага. Что, думала, я тебя брошу, а? Ураган – это повар-хулиган. Что случилось? Двигатель накрылся. Здесь пробоина. Мы утонем. Мы не очень глубоко. Что, попробуем так выплыть? Да! Охрененно здравая мысль. Что будем делать? Офигеть, что? Просто пофиг. Бросила его. А, нет, все нормально, он здесь. Как я ненавижу холод. Прости за глаз. Ничего. Правильно сделала. Я бы так же поступил. Еще злишься на меня? Нет. Моя злость замерзла. Знаешь, я ведь так и не сказал тебе. Я люблю тебя, Джоди. Я хотел, чтобы ты знала, если мы тут сдохнем. Ясно. А ты, Джоди? Ты меня любишь? Люблю, Рай. Я рад. Поцелуй. Капец, они синие. До встречи на той стороне. Чё-то мне это ни хрена не нравится. Призраки.
Око за око. Спи, принцесса. Как Нейтан? Когда я его увижу? Я не знаю, зайка. Он 3 дня не выходил из кабинета. Он любил жену и дочь больше всего на свете. Давай попробуем завтра, хорошо? А теперь поспи. Привет. Жуденько, но кажется, я знаю, что с этим надо делать. Видеть мертвых — это как-то нездорово. Сказал я, пройдя уже почти всю игру. Блин, он до сих пор 3 дня. Джоди, что ты бродишь среди ночи? Ложись спать. Тут такое дело, Нейтан. Пусти, папа. Что? Что ты сказала? Он выскочил. Мама не успела свернуть. Было не больно. Хватит, Джоди. Совсем не больно. Ты слышишь? Прекрати. Мы здесь, Нейтан. Мы рядом с тобой. Хелен. Лора. Мы любим тебя. Всегда будем любить. Говорите со мной. Джоди, пусть они вернутся. Скажи им, пусть вернутся. Не могу. Они ушли. Прошу, останьтесь. Останьтесь. Я так скучаю. Я не могу без вас.